Вообще, как странно звучит, нам 105, вообще потрясающе. Это, я думаю, что не 105 вам, 1105, потому что это бесконечность, искусство, это вечно, вечно как солнце, как весна, как все, что живое, вот все, что возрождается. И когда я первый раз побывал у вас в театре, меня поразила какая-то домашняя обстановка, как будто не в театр я попал, а попал в какую-то большую и очень дружную семью. Я думаю, что вот эти 105 для театра, а по сути дела 10, я очень рад, что вот такая цифра какая-то круглая. И те 60, которые у Владимира Назарова, которые являются тем стерженем, все равно, что как нотный стан, на который пишутся ноты, вот он является тем же нотным станом, на который вот все вот как ноты, как птички вот сели на эти линии этого нотного стана, актеры, люди, зрители, в конце концов, которые приходят, эти тоже те же певшие птицы, которые вдохновляют актера. Вот Назаров, я даже не знаю, кто он, актер, композитор, певец, поэт, я не знаю, все в нем. Вообще, удивительное сочетание, это очень редкое явление. Поэтому я думаю, что счастлив тот коллектив, и счастливы те люди, которые посещают эти спектакли этого коллектива, которые вот имеют возможность видеть плоды этого хорошего, я знаю, в хорошем смысле Мичурина, который находит вот такие эти селекции. Самая широкая популярность пришла вот с этим карнавалом. Я думаю, что он все время вот живет этим состоянием карнавала. Карнавал – это праздник. Вот он все время как-то умудрился сохранить на протяжении этих 10 лет вот этот праздник. Праздник театра, праздник зрителей. Поэтому я от души поздравляю с этой датой. Я желаю тебе, Володя, долгих лет жизни, долгих лет творчества, много лет радовать своих почитателей, и меня в том числе, потому что я твой почитатель, я твой очень давнишний, не могу сказать друг, я не понимаю, что это за слово, но я поверю, что я тот, который люблю твой театр, люблю тебя как артиста с большой буквы, и очень буду счастлив твоим дальнейшим успехом и дальнейшей любви твоих почитателей, как внутри театра, так и те, которые ждут момента, чтобы соприкоснуться с искусством прекрасного коллектива, который ты возглавляешь, и, надеюсь, будешь продолжать и это также успешно делать в дальнейшем. Спасибо. Многих лет тебе. И по нашему обычаю, по молдавскому, ламу сянь. Чудо, поверьте, и вы спасены. Все на планете меняется быстро. Лишь возвращаются детские сны. На выступление бродячих артистов бродят волшебники, грусть затаив. Где наша радость, никто не ответит. Есть у шарманки печальный мотив. У обезьянки счастливый беретик. Призрачный свет прошлых и будущих лет. Yeah!